Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Евгений Божьев. Очень часто люди задают вопрос, а на какой подушке надо спать? Вот. На самом деле, никто, ни один врач вам на этот вопрос не ответит. Знаете почему? Потому что вы у себя сами, и ваше тело знает само себя гораздо лучше, чем врач, к которому вы обратились. Вот. Схемы единые для всех не существует. Кому-то надо спать на высокой подушке, кому-то на средней, кому-то на низкой, а кому-то, может быть, вообще без подушки. Поэтому, вот чтобы решить этот вопрос, не надо ходить там в магазин за ортопедическими подушками, не надо ходить к врачам и спрашивать, на какой подушке вам спать, надо просто-напросто провести маленький эксперимент. Взяли, одну ночь поспали на высокой подушке, другую ночь поспали на средней подушке, третью на низкой подушке, может быть, и четвертую еще вообще без подушки. И посмотрите, как вашему телу будет удобно. Вот как вашему телу удобно, вот на такой подушке вам и надо спать. Все очень просто. Если вам это видео понравилось, и вы нашли в нем ответы на имеющиеся у вас вопросы, вы можете дать мне знать об этом в комментариях, а также поставить лайк и подписаться на канал. Если вы хотите узнать больше, переходите по ссылке, которая находится под видео, и записывайтесь в онлайн-школу здоровья, благодаря которой вы забудете про боли и болезни и научитесь быть здоровым без лекарств. На этом я прощаюсь с вами и до встречи в новом ролике, вот буквально уже совсем скоро. Благодарю вас.